Так я уже тащу опыт, по-моему. Или что? Я что-то не соображаю. А ты что-то там не понял, да? Да, я что-то не понял. Да, окунь сидит на угле. О, причем, смотри, какого окуняра рыгает мальком. Фига. Ну что, ребята, приехали мы на Ладогу. Июль месяц, начало. Я закинул просто даже. Еще якорь не кинули. Я закинул воблерок, и окунь есть. Вокруг нас тут, я не знаю, сотни чаек, вот еще окунь. Вот это пошла тема. Блин, опять неплохой окунь, слышишь? О, сошел, зараза. Травка присутствует. Но это не беда. Вон, бьет, чайка подлетела. Да, 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 гоняет маленький. Пожалуйста, резина. Оп, у меня на воблер. Тоже тащу. Эх, красота! Ты покажешь, прям подумал. Еще и сама цепь идут. Кидай далеко, вот, закинул 20 метров. Опа, блин, одуреть, нифига. Просто жесть. Вот эта тема. Кстати, тоже вообще недалеко закинул и есть. В общем, такие окушки, все. Опа, сразу ведро еще. Просто жесть, конечно. Опа, сразу. Фига. Фига у тебя гнет. О, полкило, полкило. Полкило. Не, ну не пол, но хороший, да. У меня зараза траву завел. О! Сожрал резину. А где резина? Зараза. Мой сошел, неплохой окушок был. Завел в траву и хана. Они все там, смотрите, сзади творится. Да, сзади там аншлаг. Все чайки, да, действительно назад ушли. Но... Ну, окунь-то вот он уже тут. Окунь-то остался на месте. Смотри, прямо за травой гнался. Че вы? Блин, вот это лапти клюют. Вот за эту рыбалку мы и любим Ладогу. Да и не только за эту. Оп, нихера. Да вон туда, прямо по это. По курсу. Такие удары, блин, так всаживают в этом, в этот воблер. Она эту тягу не берет. Воблерок уклеечка, как уклеечка маленькая. Этот ион от Касадаки. Блин, прям в траву закинул. Ага. А он бьет. Бьет, бьет, да, маленькая. Ну вот сразу минул поставил. Ну да, смотри-ка разница. Нифига какие. О, красавцы какие. Ну туда накатил уже. Хера, сожрал воблер-то как бы. Травы много, зараза, да? Не видно, да. А вон, смотри, здесь. О, лодки, она. А, да, да, вот эта рыбалка просто на каждом забросе, да.
Вообще хороший. Хуняра. Да. Зачетные ребятки. Опа. Это просто вообще, что это такое? Это просто нереально. Тупо забрасываешь пару подмотов, все, виснет. Балдеж вообще. Просто бурмалденс. Сошел зараз. Опа, есть. У меня тут такое, как окушечко вроде небольшое, без травы, и там вот... Вот это неплохо, кстати. Попался. Да, попался. Так, выпутался я от воблера. Продолжаем. Порвал, зараза, футболку немножко крючком новую. Опа, ну ничего. Где ты там? Блин, он так вылупливает вообще. Причем палка эта, она такая довольно жесткая, твитчинговая. Сгибает ее только дай. Ну что, решили мы немножко переехать. Чайки оттуда свалили. И окунь вроде подзаглох. Но вот они переплыли не так, перелетели, точнее, не так далеко. 2,2, да, ну нормально. Думаю, сейчас тут у нас все начнется. Да, да, вот бакланы это на них и сидят как раз на этом. Они, как всегда, жопа это. Да, 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 да. Лентяи. О, на эти сразу смотри, слетели. Тихонько подходим. Потому что тоже все-таки рыба слышит, я не знаю, чувствует, как реагирует, поэтому стараемся поаккуратнее подходить. Подветренной стороны, вот там началось вообще жесть. Блин, я не знаю, видно, не видно, но там вообще аншлаг. Ну что, начинаем. Приехали. Слева сидят бакланы, как обычно, они лентяи, они не хотят прыгать, нырять. А я думаю, можно вставать уже, все, пускай. Наверняка он здесь тоже стоит. Ну а там, там просто жесть, там кипение. Вот он прям под нами тут бурлит. Первый заброс, да, есть сразу. Да, да, да. Хороший? Не, сейчас мелочь, кстати. Там вообще все происходит. Он тоже отрыгнул малька. Значительно. Отрыгивают малька. Конечно, у них здесь пир просто идет на весь мир. Мелкого отпустим. Вон он прямо в лодке. Подъезжаешь, и все, чайки разлетаются как-то. Гораздо дальше от лодки отходит, и окунь, видимо, непонятный, короче. Да, подходим тихо довольно-таки, стараемся не шуметь сильно. Ты как, по дну или так чисто? Так, на воблерок нифига, сейчас перейдем на резину. Руки, короче, добрались до резины, которую выиграл в розыгрыше. Короче, вот этой фирмы Brown Perch. Сейчас попробуем. Там такие маленькие штучки, которые нигде мне особо не пригождались. Уже сейчас зарядим восьмерочку. Такая маленькая копия вороны, по-моему. Вот, короче, в два раза больше будет, чем мой. Ты смотри, что за фигня такая. Окуня сломали. Окунь не ловится. Да, если был бы шпо. Есть. Наконец-то резинка сработала. Ух ты, этот спиннинг таскать вообще одно удовольствие, конечно.
есть. А. Дуплетус, да, размер тоже хороший. Ох, какой поросеночек. Поросеночки. А ворона, копия от браун перчика сработала. О, у тебя тоже хороший какой ух. Вот это кабанчики дуплетом. Так, поменяю тоже эту резинку на предпоследнем видео. У меня хорошо работало. Тоже от браун перча вот такая кишка. И размерчик побольше. Стрекоза. Стрекоза — это уже избитая классика. Это беспроигрышно, верно? Да, мне интересно. Открываем для себя новые приманки. Ой-ой-ой. Кстати, я тут систему сломал. Вчера, позавчера. Не только на стрекот еще подключил. Систему сломал вообще полностью. Попадались, да? Да. Причем черные такие какие-то. Глубинные все. Ух ты. Со дна взял. Ну. Да, вот эта, блин, приманка мне реально понравилась, хорошая. А ворона? Не-не-не, другая, сейчас увидишь. Вон, смотри, хороший, нифига какой. Ну-ка, дядька, подожди-ка, иди-ка сюда. Вот это 4. Ух ты, смотри, нихера какого малька выплюнул. Блин, хорошая приманка, реально, мне очень понравилась. Ух, с одна, блин. Вот эта приманка, кстати... Смотрите, какого окуня выплюнул. Ну, вот это маленький. Просто ганнибализм какой-то жесткий. Снова мы переезжаем. Ну, рыбалка на такого окуня парового, так называемого, это постоянные передвижения, беготня за ним, что-то из серии, как зимой гоняет толпа окуня, постоянно перемещаясь. Тут то же самое. Здесь, конечно, толпы никакой, тут только толпа чаек. Мы гоняем толпу чаек, можно сказать. Красота, просто погодка, все отлично. Все благоприятствует. Вот она, ладожская капуста. Не, сразу лодка останавливает, мотор цепляет. Рыбка любит в такой траве тоже тусить. Щучка, окунь. Да и много бели. Тогда так, брать таких покрупнее только. Да, в основном. О, фига, прям в рот закинул. Надо ж так. Реально только дна, ой, дна коснулась, говорю, поверхности воды коснулась, сразу поклевка. Зараза, в траву заводит, подонок. О, дуплеты. А, он меня сошел. Короче, приманочка маленькая, крючков таких нету, насаживаю вообще вот так вот. Ты, зараза, поклевка, значит, была, откусил хвост собака. Да, опять в траве. О, какие хорошие выпрыгивают прямо лодки. Опять в траве. Да. Вот догнал у лодки. Не крупный. Нет, тут вроде окошко такое небольшое. Ух, у тебя там флюхи такие. Давай, паркуй его. Блядь, за край, по-моему, на самом деле. Да и ладно, идет. Как я люблю ее. На спине. Да, хороший. Полки узко уже. Да, близко к этому очень. Блять, поклевка такая, ебанешься. Опа, есть. О, блин, тоже нифига.
Нифига, кабан тоже. Обалдеть. Эх, сошел, зараза, да блин. Прям здесь, да? Угу, недалеко. Фига, тут походу кабанчики ползают сейчас. Заводят, так вообще кажется кило. Блин, ну сходят собаки, а? У меня просто крючки гамакат. Оригинал. Прям в траве. Прям по курсу, ага. Все в траве, давай. Хорошо, долби, да, но все в траве, о! На полный заброс, зараза. Ну сейчас я его не доведу. Сойдет наверняка из-за травы. Вот это балдеж, а не рыбалка, конечно. О, еще свечки выдает. Ого, да тоже смотри какой. Обалдеть. Тушка какая, висит на сопле вообще. Блин, вообще кайф. Вон здесь у самой лодки долбит. Вон тут вообще... Вон и справа, и слева. О, считаю у лодки. Хороший, да. Плохой вроде окушок. Ого. Тоже есть. Он, блин, выпрыгивает как эти, как тунцы какие-то. О, кабаны. Ну реально кабаны. Отожранные. Обалдеть, вот это пекло пошло просто у лодки. Смотрите, что творится вообще. Просто жесть. Слышите всплески? Солнце отсвечивает, не видно, зараза. Есть. На попер, да? О, нифига. У меня сошел. О, есть. Блин, хороший. Опять хороший окунь. Ух, какая тушка. Ну как можно ездить на дорожку, ловить судака, когда клюют такие окуни, а? Дорожечники, напишите мне в комментариях, как можно ездить так. То, что надо. Опа, есть. Блин, на спиннинг на этот гнется, конечно, вообще. Ух, опять какой. Блин, путь какой-то сел на попыт. Да, ага, хороший тоже какой. Это, блин, за язык аж. О, о, долбит. Есть. Котлета, а? Реально котлетки конкретные. Я вам даже не кидаю ничего. Фига у тебя на попер пошло дело. Оп. Да, обалдеть, прям это. Вот это порка, блядь. Прям ведро, нифига ты. Ювелирно. Так, мне тут какой-то китайский шерпотреба подогнали. Сейчас попробую. Думаю, на него и тоже будет браться. Ребята! Да, началось тут вообще. О! Ага, долбит, не засечь.
долбит, там крючок по-дурацки сделан, не подсекается. Кстати, играет неплохо, она симпатична. Короче, чтобы не рвать резину, поставил воблер тоже. Упал Миха сейчас полбу бы. Ага. Воблер, резина по барабану. Резину лишний раз рвать не будем, оставим на оси. Ух ты, нифига, так там что-то щучка что ли, подожди-ка. Блин, или окунь хороший. Ух ты, Миха, смотри, какой дядя. Ух ты, какой дядя. Ух ты, какой дядя. Вот, вот это котлета, блядь. Вот это сейчас было. Вот это да, котлета реально. Да, слушай, ну такой, сколько? 600 плюс, наверное. 600, да. Обалденно. На воблеро, кстати, тоже взял. Вот он слева, смотри, что стало. Опа, есть. Слева кипит, прямо ловится. Справа тоже кипит, короче, просто жесть. И опять, смотрите, какие окуни. Вот это раздачки. Хороший? Да. Проверь, что там у тебя слева. Блин. Ух ты, нихера всадил. Опять по мне плохого, блин. Конкретная поклевка вообще была просто бешеная. Просто бешеный какой-то окуняра. Обалдеть. Вот это вообще жесть. Вот это просто жесть. Ну. Сегодня, видишь, ветерок. И направление. Клетосик сам. Смотри, кипит вообще везде просто. Ты нифига, чуть спиннинг из руки не выбил, обалдеть. Вот, вот дурный. Ах, сошел, зараза, хороший был окон тоже. Воблер на остановке, короче, такие стычки, просто попробуй остановить. А, сегодня звонил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое, смотрите. Сейчас на этот воблер попробую, у меня есть еще дорогой. Ух ты, блин, только, только воблер опустился. Ты зараза. Да, на воблер я говорю. Воблер как-то лучше. Пожалуйста. Хорошо я взял, сразу, блин. Сразу котлета. Да. Да, хороший окунь. Поставил поперек. Конечно, рыбалка такая, на него зрелищная. Промах, попа. Есть. Блин, красиво, конечно, на попер. Сверху они его забирают. Зрелищная рыбалка получается. Ух ты. Тоже народ у ежурик клевал. У ребята, да? Ежурик, конечно, здесь. У меня какой-то есть, но у меня он огромный, зараза, конечно, наверное, не под эту рыбу. О, есть. Блин, круто, да, на поппер вообще обалденно. Сейчас щелбан, кстати, взял. А у тебя-то какие попперы? У меня большой какой-то раполовский. Такой кислотник. Ух ты! А, на поппер красота.
Красиво, конечно. Наблюдать за атаками. Чайки там бесятся вообще, но... Ух ты, нифига зажал. Неожиданно. Ага. Щелбан. Ну не, не совсем щелбан. Фига, как ракета ушел. Да. То, что надо. Вон, вон, смотри, как кипит. Че, бакланы сразу в жопу. Бакланы лентяи вообще редкостные. Сразу разлетелись. Ух ты, есть. Опер, новое местечко сразу. Атака. Нормально. Нормального кушка, да. Ну, может покрупнее будет, не? Ух ты, нифига. Уже вынимать хотел. Такая котлетка. Да. Не, блин, на поппер интересный, конечно, сверху забирает со всплеском, с таким с ударом. Обалденно. О, опять, блин, вообще обалдеть. Это кайф. Блин, просто больные окуняры. Да, вот тут на поппер нормальный берутся. Есть. Это просто вот реально, ну, без матов нереально просто. Просто. Держись, а то вырезать эти маты, запикивать не хочется. А, вообще лошара. Лошара, говорю. Лошадь, я хотел сказать. Смотри, отскочил ядро даже от борта. Лошара, говорю. Поклевка сразу была, как только приземлилась. Ну непонятно, да, я тоже что-то. О, блин, ну это просто какой-то кайф. Вот это, конечно. Блин, какие окуни. Да, окуни хорошие стали на попе. Красные, красноперые. Вон, у него рот аж красный. Не, он закровил, я ему жабры. Все, пора принимать модные процедуры. Жара у нас стоит неимоверная. Поэтому давайте, я за окуня. Просто ладожская вода, вообще балдеж. Со штаны сниму, рыба может перепутать кое-что с телефоном. Ага. Ой, хороший, да. Ой, хороший окушок. Мы накупались, воду, видимо, тут забаламутили. И пришли, кстати, полностью на джиг, потому что что-то неповерхностное, не воблера отказываются работать. А вот джиг со дна стало получаться. Да, конечно, а смысл? О, чего себе подлодки. Опа, есть, на воблер. Не, на воблер. Хороший. А, ну, по траве еще идет. Травы, конечно, достаточно. Вроде и сам окушок неплохой. А, нет, я его подбагрил просто. Со дна поднимать начал. На резинку, да? Пустим такого. Это уже не крупный, зараза. Ай, блин, красота, такие поклёвки. А,
на этой проводке. Ставлю 3 грамма. Такие бы стаи зимой попадать. Что же на воблер, да? Ну, не, там бы блесенки хватало. Ну, в дубну вы тогда на такую явно попали, когда тогда отскочили, блин. А у вас, конечно, да. Ой, блин. Ой, хорошо вдал. Блин, вот это неплохой. Или подбагрил. Не, хороший, хороший кусок. Приятный. О, какой. Просто бомба. Не, нифига, смотри-ка, без поклевки. Ах ты, трава. Да, от щучки бы на 8 заснять на видео я бы не отказался. Но пока только окуни на 150. А нет, смотри-ка, кто это, щучка или окунь? А, надо же так, скажу. Только смотри, что творит. Ну. Что, она сама сойдет, нет? Не, вряд ли она. Хотя, может, и сойдет. Блин, надо же только сказали. Только сказали про щучку, и вот она. Малая на праздник нам пришла. Балдеж. Один купается, другой рыбу ловит. Добрый-добрый вечер, блин. Да-да-да. Ух ты, зараза. Че, отпускаешь? Да, лови. На тебе, в штаны. Кажется, нормально даже. Просто закипело. Че там закипело? Спереди, что ли? Да-да, вон тут чайки заныряли, окунь. Вон он, лодки. Я говорю, нормально, встали. Я не знаю, куда брать. Опа! Блин, мимо. Тоже в воблере? Я на свой новокедоновский. А у него больше в два раза. Или три. Вакеджоновский? Ладно, сейчас фотку. Найти бы его. Срочно нужен ветер. Снова мы искупались, и можно продолжать. Пурево. Пока как такового пурева нет. Ветер у нас подстих и стало, ну, значительно хуже. Окунь плещется, но берет совсем неактивно и нехотя. Мимо или трава, что-то непонятно. Вот. Лис. Долгожданный, хороший, о, хороший. О. Таких окуней мы сегодня поймали уже очень хорошо. Опять грамм, да? Да, у меня пятерка. А. Ну, догнал. Тоже сначала чуть-чуть прикусил. Вы что-то стало получаться тут. Немножко, да. Не сказать, что прям супер активно, но. Лучше, чем было. Приехали мы на бережок подвести итог рыбалки. В общем, да, будете говорить, что куда вам столько, браконьеры и так далее. Но было и трудно остановиться, да и, в принципе, давно не коптили.
не жарили, ничего не делали с окунями, поэтому рыба вся уйдет, не пропадет. Все, отловились отлично. Всем пока.